Традиционно в мае во всех городах Приднестровья проходят региональные слеты юных инспекторов дорожного движения. В Тирасполе в этом году приняло участие 19 команд из всех общеобразовательных учреждений столицы. Два дня ребята боролись в различных конкурсах за право стать лучшими юными инспекторами. Это и строевая подготовка, и визитная карточка, и стрельба, езда на велосипеде и, конечно, знание правил дорожного движения. Очень отрадно, что с каждым годом этот слет набирает все большую высоту. Очень отрадно, что дети относятся к этому серьезно, как настоящие граждане своей республики. Мы готовились очень долго к строевому смотру, к знакам дорожного движения. Визитная карточка, мы очень много учили, маршировали. Для чего нужны правила ПДД, чтобы не нарушать их? Например, для чего нужна велосипедная дорожка? Чтобы на ней ездили велосипеды, потому что по дороге, где машины ездить, нельзя ездить. Выступление команд оценивало компетентное жюри из сотрудников госавтоинспекции и представителей столичного управления народного образования. По результатам всех состязаний в нелегкой борьбе победила команда школы номер 10. Теперь они будут представлять свой город уже на республиканском конкурсе «Юный инспектор дорожного движения», который пройдет в сентябре.